Привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин. Продолжаем расти Lake Roots. Осень 1924 год, колодец, часть вторая. Ага, тут уже Роза у нас повзрослела. Хорошо. Резак. Тут, наверное, что-то можно приготовить. Очень похоже на это. Get out. Получается, его не дядя кормил, а она. И она вместе с ним выросла и ему помогала. Хорошо. Сюда надо что-то положить. Нет, резак не подходит. А чё резак, а не топор? Червяк, спички, еще спички. Чашка. Ага. А можно ее двигать как-то? А, конечно, можно. А вот так вот подойдет? Все? Спасибо. The cup. Достижение. Хорошо, и что теперь с этим делать? Только не говорите, что ему в колодец опустить. Серьезно? Деревянная палка. Угу. Какой последовательности? Сначала дринг. Фу. Все, теперь опускаем, правильно? Зачем она ему отдала собачью мочу? Так, это на что значит? Фуд. Она хочет убить собаку? Нет, хорошо. И кто поведется на этого червячка? Нам нужны дрова. Так. Нам нужны дрова для того, чтобы поджечь тут что-то. Хорошо. Есть. А рыба откуда взялась? Тю. Еще можно кого-нибудь словить, но нам больше не надо. Делаем кастрик. Ну, еда получше, чем питье. Теперь нужно подождать, да? Окей. Я уже испугалась, что нужно собачку. Того. Она тут дольше всех живет, кстати, эта собачка. Косточка. Косточка, wooden stick. Хорошо, теперь нам нужна палка. Забираем палку, кладем. Опускаем. И таким образом он смог отсюда выбраться, правильно? Она его спасла. Осень 1926-й. Шахматы. Серьезно? Франк с Альбертом? Так мы же его подстригали. Он опять зарос. Любитель картошки. Так, и чё? Какие-то пупырки. Этот уже старый.
хочет его кокнуть. Здесь посложнее. Так. Так, тут ножом я ничего сделать не могу. Кстати, насчет картошки. Нифига себе. Шахматный король из картофеля. Вы где-то такое видели? Ну все. Еще одна головоломка. Тут как бы две кнопки. Уже был такой уровень, там, где мы нажимали кнопочки, но кнопки были в виде фигурок. А здесь они одинаковые, два квадратика. И я там ориентировалась по углам. Здесь, в принципе, тоже можно, кстати. И видите, тут получается первые две... Первый квадратик, он сверху, потом снизу, сверху, снизу, сверху, снизу. Может быть, таким образом нажимать. Давайте сначала вверх, теперь низ. Так, низ, вверх, низ, вверх, низ. Нет. Так, что-то мне ни хрена не получается. Может быть, ориентироваться еще по их размеру. Их нахождение вот сверху и снизу. Верхний. Нижний. Верхний. Нижний. Нижний. Верхний. Верхний. Низ. Вверх. Низ. Нет, не получается, блин. Получилось. Я, знаете, как сделала? Один раз нажимаю, и если вот этот вот квадратик невысокий, если он идет вниз, значит, нужно два раза нажать. Если идет линия, потом вверх, нужно два раза вверх нажать, и таким образом, вот так вот. Сразу, конечно, непонятно, если честно. Так, и чё? О. Желания у них все те же. Ножик тебе не нужен, хорошо. Я не умею в шахматы играть. Я просто буду тыкать. Сюда получилось. Так, хорошо, мы продвинулись. Дальше клацаю, хорошо. Нужно только по коричневым или по белым тоже можно. Ага. Я не могу ходить по крестикам. А, нет, могу. Класс. Я играть не умею, у меня получилось. Ой-ой-ой. А что теперь? Теперь ты король. А тебе... На, нож. Нет? Алфавит. В каком-то порядке, наверное же. Си, наверное, теперь би. Так, если я выйду, начинаю заново, хорошо.
Если ориентироваться на алфавит, например, в таком порядке, то тут нет буквы D. Я поняла. В шахматы не обязательно уметь играть. Серебрум должно получиться. Серебрум. Окей. Первая си. Так, потом. Ищем и. Ищем и. Нет. Значит, другая нам си нужна. Си. Си, ре. Б. Ру. А, М. Кто-то видит М? Тут нет. Тут нет. А тут нигде нет М. Так, светлая си. Темная и... Сюда. 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 Вот так. Вот так. Еее! Получилось. А ножик... Ножика не надо, да? Держи. Иу. Что у нас еще осталось? Стопа? И, не знаю, слеза чья-то. Последний танец. Франк и Роз. 1933 весна. Он хочет музычки. Она хочет музычки. Все понятно, в принципе. Сангиус какой-то. 10 sacrifice, 10 family members, одно перерождение. Угу, сюда нужна пластинка, хорошо. Это, наверное, какой-то пароль он сверху. А, все. О, я поняла, что это за загадки. А можно заново? Сначала вот так вот. Угу, теперь сюда. Да что оно не клацается, ё-моё. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сначала эту. Теперь сюда. Так. Сюда. Хорошо. Отлично. Сначала верхнюю двигаем. Бляха, что-то с мышкой. А, сначала двигаем верхнюю. Хорошо. Вот так вот. А как сюда в сторону? Еще и музыка никакая не играет. Очень приятно. Двигайся. Когда эти загадки закончатся? Серьезно? Надо, значит, как-то вот так вот.
Давай-давай, хорошо. Надеюсь, это последний уровень. Конечно же, нет. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Ага, все. А как тут сделать по-другому? Серьезно, как будто тут не хватает еще одной детали. Можно заново? Так, но пока что это самый такой тяжелый уровень. Надо как-то сделать так, чтобы... О! Это сюда? Мышка, пожалуйста, работай. Отлично. Время вандербумов. Хорошо, вставляем. Для этого нам и нужно, чтобы открылось. Три раза вправо. Сейчас сфоткаю. А, нет, подождите, вот это, наверное. Вправо. Раз, два, потом влево. Два раза. Три раза вправо. Три влево. Благодарю. Новая музычка, и давайте ей тогда переоденем платье. Family dress. Достижения дали, хорошо. Теперь будем по вот этой вот схеме танцевать. Три раза влево. Раз, два, три. Один раз вправо. Влево, вправо, влево. Неправильно уже. А можно заново? Раз, два, три. В смысле? Я же сбилась. Я сбилась. О, прикиньте, я неправильно делала схему, и у меня получилось. У кого еще так бывает? Кладбище, 1932 год. Ой-ой-ой-ой. Эмма Вандербум. 16.10.96. Мари. 1.05.04. Ида. Альберт Вандербум. Сэм Вандербум. И Джеймс. Отдай косточку. Спасибо.
О. Нам нужно костяшки собрать. Таким я еще не занималась. Так, хорошо. Это сюда. Окей. Чего-то не хватает. Ладно. Теперь мы соберем из костей разных людей одного. И кто у нас получится? О, понятно. Сначала соберу все косточки, потом буду разбираться. Тут надо что-то посерьезнее. За Джеймса я, по-моему, уровня еще не прошла, но спойлер. Хорошо, так. Так. Есть. Подумала, что это третья рука. Ну все, одна нога осталась, получается. Так. Цветочки плюс глазики месяца. Десятый. Тут цветочки? Нет. Вот глазик. 10 плюс 12. 22. Часики плюс маска. Тоже месяца, правильно? 14 получается. А, надо дни посчитать, не месяца, все. 0, 3 здесь и 30, 32. 32. Ой, шило. Шило на мыло. А для чего нам шило? А, хрена себе. Прочное шило. Ну все. О, еще один хронометр. Отлично. Всего нам надо 3. Леонард. Весна 1914. Герой войны. Это получается мальчик Иды и Сэмюэла, правильно? Ой-ой-ой-ой. Голуби, цвета, ABCD. И детали. Ага. Что случилось в Расти Лейк? Сэмюэль и Ида убиты. Угу. Так вот должен наш мотоцикл выглядеть. Хорошо. Но нам, получается, не хватает деталей. Вот они, голуби. Все разных цветов. Давайте поставим, как и было. О! Для того, чтобы в A прилетели, здесь получается у нас этот геометрия очень сильно пригодится. Наклоны, радиусы. Что тут еще? Надо хотя бы вот с одной детали C. Кто может в C полететь? В C может полететь красный. Давайте попробуем красного отправить. Наверное, вот сюда его надо. На колокольчик. О. А правильно? Подождите, правильно? Да. Хорошо. С одним голубем разобрались. Отлично. А теперь надо, давайте Би достанем. Для Би нужно 2 голубя. Кто может сюда полететь?
Наверное, белый. Белый и красный, может, даже зеленый. Может, вот так вот? Так, для того, чтобы они одну деталь принесли, надо, чтобы они летели в одинаковых направлениях. О, можно на Ди всех направить. Смотрите, белый уже на Ди. Нужно зеленый направить на Ди и красный с фиолетовым, правильно? Красный у нас сейчас по прямой. Надо его... Давайте... Так. Красный по прямой. Вот так, наверное. Красного сюда. Вот. А, зеленый, зеленый. Где он тут сидит? Зеленый. Вот так вот, наверное. Да, и теперь фиолетовый. Фиолетовый совсем в другую сторону у нас смотрит. Если вот так вот. Нет. Если сюда. Отлично. Отлично. Погнали, ребятки. Получается, не обязательно, чтобы они все в одну сторону смотрели. Надо ориентироваться на схему. Спасибо. Отлично. Так, теперь у нас осталось B. Надо кого-нибудь отправить на Би. Давайте попробуем красного отправить на Би. Вот так вот. Угу. И попробуем отправить фиолетового. Ну да, вроде бы все получается. А нет. Если вот так вот. О, отлично. Все, ластовая деталь осталась. У нас A, три голубя должны полететь на A. Получается 3. Ну, давайте попробуем белого сначала. Вот так вот. В какую сторону это он полетит? Нет, это совсем в другую сторону. Если вот так вот. Белый, значит, не подходит. Нужен нам зеленый. А, скорее всего, вот сюда зеленый. Нет. А, если вот так вот. Неудобно, что схема внизу. А если вот так вот зеленого? О! Красный мы правильно поставили. Красный мы поставили правильно. Значится. Теперь надо поставить зеленые. Ну, будем по очереди его просто передвигать по всем этим. Так, отлично, зеленый и остался фиолетовый или белый. Фиолетовый или белый. Так, ну это совсем непонятно, куда-то улетел беленький вместе с фиолетовым. А, значит, нам нужно по верхушке пройтись. О,
Отлично. Отправляемся, ребята. Так, ну все, все детали собрали. Так, можно как-то ориентироваться по рисуночкам, но лучше, конечно, по схеме. Две вот эти вот турбины. Вот тут они. AB. Так, от турбин у нас что идет? Палка какая-то. Вот она, палочка. Можно я возьму палочку? Так, ну это вот спереди где-то было. Ага, хорошо. Вот она, палочка. Угу, бак. Теперь вот сюда. Ну, давай. Хорош. Так, это куда? Это что такое вообще? Там видела такое? Так, это снизу, наверное. Трубка так. 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 И куда это осталось? Где-то маленькая деталька. Ага, вижу. Возле бака. Вот тут вот. Ну, тут же ж. Ну чё, я погнал, да? Судя по одежде, на войну. Зима, 1918-е окопы. Это, по-моему, уже не окопы. Деревянная нога, деревянная кружка, ножницы. Тут нам нужен ключ. Тут пароль. Так, отлично. Теперь ножницы сюда используем. Так, не хочет он с нами общаться. Угу. Пластыри. Ага. Как было и с этими. С окнами, когда купался чувак. Так, и что теперь? О, ключик, спасибо. Клещи, так. Вот мы как раз и пульку достанем, окей. Внезапно. Что тебе надо? Ага, домой хочет. Ой. Это его душа вышла, получается. Ладно, ничего нового не появляется. Делаем все то же самое. Это его какие-то воспоминания. Вот так вот. Ага, потеряли часть. А, это он родителей вспоминает. Это ж его мама и папа.
раз. Это теперь дядя Альберт. Бедненький. Мы его столько раз уже пробуждаем. Угу. Мистер Ворон. Привет, брат. Спаси Леонардо. Он нужен нам, чтобы найти сокровище. О. Ага, нам нужно, получается, спасти Леонардо. Так. Так, хорошо, противогаз, больше ничего нет. Отлично. Мы, получается, сделали так, чтобы он не умер. Нажимаем теперь на гренку. А как это его... спасет от смерти? Ага, это мы теперь должны символы составить для вот той вот коробочки. Правильно? Ой, это вот сюда вот. Это вот так вот. Так. Теперь туловище совпадает. Вот сюда вот и еще где-то, ага. Треугольник вниз, кружок и... что-то там. Треугольник вниз, кружок. Ой. Игра заглючила. Треугольник вниз. Кружок. Вот такой вот. И... нет, не крестик. Вот такой вот. Нога. Это нам было и нужно. Ага, осталось еще два уровня до финала. Осень 1929. Сокровище. Таймпис. А, это хронометр. То, что я не люблю. Ладно, с этим мы разберемся. У тебя ничего нету тут в кармашках. Три раза лягушка прыгает, потом жук два раза, а жука где взять? Ага, вот и жук. Отлично. Кузнечик тоже в этой схеме есть? Ну да. Надо, получается, зеленых на ту сторону, а серых на эту. Ну все. Ну как я не люблю такие загадки, это ужас. По какой схеме тут действовать? Я ее никогда не понимала.
Ну вот первый перепрыгивает, потом что? И этот прыгает. Ну все, теперь он назад не перепрыгнет и как бы все. Фух. Ну все. Одного забрали. Раз, два, три. Лягушка там, по-моему, 3 раза должна была прыгнуть, да? 3 раза жук. Давайте запомним. 3 раза жук, 3 раза кузнечик. Раз, два, три. Теперь отсюда. Раз, два, три. Потом жук там 2 раза. Раз, два. Лягушка 2 раза, жук 1. Раз, два. Так, и кузнечик, по-моему, 3, да? Раз, два, три. Вот сюда ставим. Правильно. Вот и третий хронометр. Держи. Весна 1935 корни. Так, это у нас все закрыто. Лес. Что тут происходит вообще? Время. А, надо хронометры позабирать. Зачем? А, наверное, сюда. Угу. Хорошо. Давайте по очереди. Тут у нас без 15:02. Правильно? О. Перерождение. Сразу ставим сюда вот. И чё? Все, получается, готовы к перерождению, правильно? О, здесь открылось. Надо... Чё надо сделать? Тут вот как раз рисуночки. Кстати, смотрите, тут есть рисунки, символы и цифры на некоторых, только на двух. Такая завертюшечка и три. Там диджей, один и язык. Вот завертюшечка у нас три. Язык один. Это единичка. Не знаю.
Надо, наверное, поставить в правильные позиции для того, чтобы... Потом ввести вот этот вот пароль. Видите, тут сверху весы нарисованы. Так, хорошо. Язык на единичку должен быть. Вроде теперь правильно. Теперь будем смотреть на картины. S это у нас... Это глаз. Или нет? Так, ну давайте вот M. Рот у нас. Это зубы. Вот три. Ставим тройку. И у нас и слеза. Это, наверное, четыре, правильно? Четыре. А у нас. Эй, это мозг. Мозг у нас 3. R у нас... так, это кровь получается. 2. Так, S это глаз. А как быть с глазами? Тут же их два. Так, в общем, я ничего не понимаю. Тут, наверное, нужно вести какие-то расчеты, подсчеты. У меня не выходит. В общем, я посмотрела гайд. Тут надо 5. Тут я правильно угадала. Тут 5. А, тут, по-моему, 2. 4. Как это посчитать, я так и не поняла, честное слово. Я не понимаю. Нужно, наверное, было какие-то подсчеты делать. Сбалансирую, чтобы вернуться в свою прошлую жизнь. А я уже сбалансировала. А, подождите. Я думала, нужно выровнять для того, чтобы потом по картинам понять, какой пароль. А оказывается, это вот для этого нужно было. Тьфу, блин. Ладно. Чё дальше? Ага. И кто у нас получится? А не важно, в какой последовательности мы это будем делать. Thank you.
достижения. Круг жизни. The end. Еще и в том платье, в которое она танцевала. Все? Получается, это нужно было для того, чтобы воскресить одного Вандербума? Но зачем? Для чего это нужно было? Ну вот и все. Подошла к концу Rusty Lake. Очень интересная игра с интересным сюжетом, но он очень запутанный. Я вроде бы в него правильно прохожу по порядку. Я на каком-то сайте нашла правильную схему для того, чтобы больше погрузиться в игру. Но пока что я не совсем понимаю, что к чему. Может быть, я в неправильном порядке прохожу. Можете написать, если знаете. Интересные головоломки. Единственное, что не всегда сразу понятно, что сделать, как вот было в последней головоломке. Я, получается, перепутала между собой последовательность. Я думала, что я выровняю все баночки-скляночки, и по ним потом буду ориентироваться, и составлю пароль, открою, и все, и мы тогда закончим. А надо было сначала, получается, по баночкам посмотреть, ввести цифры, и там уже потом выровнять. Я, в общем, все перепутала, но все получилось. Как-то так, надеюсь, вам понравилось. Если хотите продолжение, можете написать. Я, правда, еще не смотрела, какая часть будет следующая после Rusty Lake Roots. Но чуть позже с этим ознакомлюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.